Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ по пятому каталогу. Это заказ номер 2 от компании Oriflame. Поэтому наливайте себе чашечку кофе или чая. И, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Привет. Что, давайте будем смотреть уже заказ. Это заказ номер 2 по этому пятому каталогу. И в этом заказе очень много продуктов из декоративной косметики. И есть кое-что из новиночек. Но самые крутые новинки, самые крутые предложения были, конечно же, у меня в другом видео. Вы, думаю, что уже видели это видео на моем канале. На этот раз я решила рационально потратить деньги, и я имею в виду о сумме оплату за доставку. И я выбрала продукт, и это у нас гель, крем-гель нежный для интимной гигиены. Вот такой продукт. Взяла вместо оплаты за доставку, там 200 с копейками он не обошелся, в любом случае бы я заплатила за доставку, а так продукт, и который дает еще баллы. Мне он очень нравится. Я так понимаю, что он в ограниченном вообще каком-то выпуске, бывает очень редко. И я вот решила, что его взять, почему бы и нет. Следующее. Я заказала новинку. И это у нас тинт для губ и щек. Вот так вот выглядит сам тинт. Здесь у нас 10 мл. Заказала в оттенке милый розовый. Мне очень интересно вообще попробовать. Это тинт стойкий, наносится на губы, на щеки, на веки. И, знаете, вот такой вот вам видно ярко-розовый цвет, в принципе, вот такой вот. Если нарисуем его на руке, такая вот фуксия, то он, конечно же, въедается очень хорошо прямо в тело и в губы, в щеки. Конечно же, нужно какое-то средство такое для снятия именно с губ и щек, с век. Какое-то стойкое средство для снятия стойкой косметики. Поэтому у него вот такое действие. Если вот его подержу, если разнесу, будет вся рука просто розовая. Но мне понравился этот оттенок. Буду тестировать, буду смотреть. Вот такой вот он ярко-ярко-розовый. Совсем его тогда нужно чуть-чуть и наносить его, конечно же, какой-то, я не знаю, кисточкой, чем-то таким, чтобы вам просто ну, не испачкать. Смотрите, я удалила, и вот буквально у меня побыло, ну там несколько секунд, ну 20, там 30 секунд, пока мы с вами разговаривали, и вот такой вот уже след на руке. Вот видите, стойкость будет просто бомбическая. Далее. Я взяла вот такой вот продукт по таким вот акциям, закрытым распродажам именно для консультантов, поэтому в инфобоксе оставлю ссылочку, по которой можно пройти и зарегистрироваться и напрямую от компании приобретать уже продукты. Это пудра бронзер серия Giordani Gold 389-68 в таком вот дизайне очень красивом. У меня в светлом оттенке практически закончилась. Это вот такой вот темный оттенок, но я не скажу, что она сильно темная. Я даже бы хотела, может быть, она была бы темнее. Это пудра-бронзатор, хотелось бы ее использовать для контуринга, но вот она как раз таки вот такая вот, которая более светлого оттенка, она еще светлее. Я ее вообще использовала как чисто пудру для лица, когда вы загорели. А это все-таки немножечко вот уже можно будет ей все-таки делать контуринг, выделять там скулы, нижнюю часть челюсти, здесь вот как бы нос, какое контурирование, если делаете, то как раз-таки будет очень хорошо. Мне она очень понравилась, и когда я увидела ее вот в распродаже по хорошей цене, я думаю, попробую-ка я более темный оттенок. Следующая, также из распродажи, я взяла... Это стойкие тени для век. Предыдущая версия, но цвет не, по названию нисколько не отличается, но по стоимости дешевле. Хотя эти тени сейчас есть со скидкой в каталоге, но в распродаже они еще дешевле. Цвет индиго. Название все то же самое. Вот, вот такой вот. Да, смотрите, синий, серый, с черна, серебром отливает. Это вот стойкие тени для век. Буду использовать как подводку, как по нижнему веку. Здесь уголок. Можно как подводку вверху. Вообще по всему веку.
как если бы нравится. Я смотрела на этот цвет, отливает серым серебром. Вот знаете, такой получается металлик. Вот видите, так вообще темным смотрится. Так отливает. Будет солнышко падать, конечно, будет цвет давать светлый. Следующее. В каталоге выгодное предложение. С определенных страниц заказываешь и берешь по два продукта, и там уже стоимость на них более сниженная. Вот в заказе два консилера. Далее два продукта. Это у нас средство для фиксации макияжа. Очень люблю фиксаторы. Вот кто не пробовал, реально вам советую, попробуйте, потому что и макияж лучше держится. Хотя не исключено то, что он, у вас когда тональная основа, там пудра, будет все равно воротник как-то пачкаться от этого всего, но не так, все-таки не так сильно, не так сильно отпечатываться на смартфоне, и макияж будет более стойкий, потому что от перепадов температур, конечно же, кожа реагирует, конечно же, все эти средства, которые у нас нанесены на лицо, они начинают где-то что-то отпечатываться и пачкаться. Все-таки с фиксатором это вот как-то дольше и стойче. Следующее, два карандаша для бровей. Очень классные карандаши, очень бюджетные, но прям супер, мне так нравится. Они рисуют и по цвету классные, и по текстуре, и очень мягкие, хорошо цветопередачу, значит, очень-очень классный. Значит, следующее, еще из серии Giordani Gold, это у нас минеральная тональная основа с SPF 15 в оттенке розовый беж. Дальше еще серия Giordani Gold, это у нас тушь для ресниц. Тушь для ресниц, тоже по хорошей цене сейчас туши идут. Вот такая вот еще тушь Wonderlash. Из декоративной косметики показала вам все. В очередной раз заказано, и это у нас такая новинка, это спонж, который вам будет позволять экономить ватные диски и снимать свой макияж многоразового использования. Это такая вот губочка, все видите, в эко-крафтовом пакете запечатанная. Такой вот спонж, как бы напоминающий махровое полотенце с такими ворсинками, которые будет очень хорошо захватывать, снимать и удалять грязь, которым, в общем-то, с этим продуктом умываться. Следующее. Это прям недавняя новинка в серии HyRx. Обновилась вся серия по уходу за волосами. И это средство для уплотнения волос. Наносится оно на сухие или влажные волосы и не смывается вот с таким распылителем. Конечно, вы регулируете количество нанесения, чтобы у вас не было потом эффекта, ну, знаете, грязных, каких-то засаленных волос. А вообще эта серия эффективная, она действенная. Как-то очень многим помогла, именно восстановила шевелюру или как-то ее остановила вот это выпадение волос. Так, ну что, давайте к мужским продуктам перейдем. Так, ну не все тут еще мужские, конечно. Пена для мужчин. Что про нее говорить? Незаменимый продукт. Пенами пользуются, кстати, и не только мужчины, но и женщины. Поэтому кто для чего заказывает? Мужское мыло. Вот в таком вот тоже красивом дизайне. Мне больше нравится, чем черное. Все-таки такой как-то более радостный. Так, дальше. Здесь шариковый дезодорант Ecla Home Sport и туалетная, значит, вода Ecla Lieu. Очень приятный аромат, очень такой какой-то, знаете, такой современный, драйвовый, ну классный. И миниатюра, мужская миниатюра 15 мл, это у нас Ecla Style. Здесь вот, как будто эффект кожи такой. Вообще, конечно, мне полноразмерный флакон вот очень нравится. Очень, он более такой брутальный, он более для какого-то такого делового, что ли, такого стильного какого-то мужчины аромат. И женский аромат Ecla Mademoiselle, покупка при выполнении там определенных условий, очень легкий, в принципе, в каталоге. Это очень интересное предложение. И цена просто сказочная на него становится при выполнении этих условий. Но для консультантов она вообще
очень такая прям классная. Вот в очередной раз Экла Мадемуазель, потому что кто любит, тот старается и отслеживает вот такие вот выгодные акции, предложения. Где-то берет, может быть, даже заранее, когда не закончилась водичка, но очень по приятной и прям вообще бюджетной цене. Так, вот это вот все продукты, которые у меня на этот раз в моем заказе. В общем, я рада, что этот заказ случился, что я его получила. Пишите, что заказали вы, пишите отзывы на какие-либо продукты, которые вы в этом заказе увидели, которые попробовали, потому что это полезно всем, все читают комментарии и, конечно, интересуются перед покупкой отзывами на те или иные продукты. Ну а я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.